Welcome. Welcome to the world of Xen. Добро пожаловать, ребят, в мир Xen. Всем привет, Костал здесь, и мы с вами продолжаем проходить Black Mesa. И сегодня я планирую, ну, скорее всего, мы сегодня достигнем того, чего мы добивались все эти несколько серий. Мы попадем в мир Xen. Ну или мир Xen, я не знаю, как это правильно называется. В общем, в целом, сегодня у нас довольно историческая серия, поскольку мы сегодня оценим игру в полной красе, а не как в той версии, которая была обрезанная. Потому что там финал, он был вообще супер обрезан, а именно когда Гордон пошел в этот портал мира Xen. И ничего после этого не было. А здесь мы оценим все это дело в полной красе, в полной версии, так сказать. Чтоб все было по-честному. Так, а там что? Там ничего нет, окей, хорошо. Вот. После этого, сразу говорю, мы людей больше не встретим, как только мы войдем в мир Xen. И, собственно, людей со стороны армии тоже. То есть у нас практически будут только монстры, только мой голос. И больше ничего. Начало довольно отличное, я метко стреляю. Даже чересчур. Ну, потому что здесь вот этот прицел, он особо не нужен для того, чтобы очень метко стрелять. По вартифонам. А все потому, что когда я ем, я глух и нем. Упертый, быстр и дьявол. А нет. Когда я ем, я глух и нем. Еще раз. Когда я ем, я глух и нем. Умен и быстр, и дьявольски уперт. Вот так надо это говорить. Чтобы... Так, а что здесь? Чтобы, так сказать, показать себя во всей красе. А зачем мы это сделали? Это типа мы так топим ядро? Я боюсь. Мне страшно. Ой. Мать. Сейчас как по мне попадет. Все, мне пипец. Тихо. Чтобы по мне не долбануло, и будет нормально. Спокойно. Бежим. Сука. Зацепила. Ничего страшного. Идем. С одной стрелы выносит этот аппарат против бота. Это вообще прекрасно. Ай-яй, сбила, ничего страшного. Так. Опля. Отлично. Где? Сука, попал. Не попал. 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 Вижу. Быстрее. Скорее. Зацепит. Нет, не зацепило пока. Отлично. Хорош, идем. Короче, с ядром мы что-то сделали, но не совсем понимаю, что именно. Так, ладно, выключи фонарик. Сейчас будет загрузка, я более чем уверен, смотри. Так, окей, допустим, загрузка прошла. Подожди, а здесь что тогда? На этой лестнице мне хочется узнать. Здесь эта лестница явно не просто так стоит. Ну-ка, секунду. Здесь что-то явно есть. Опа. В смысле? Это как? Это как? Два входа, которые идут в одно и то же место? Или типа мне надо сейчас спускаться вниз, чтобы вернуться к тому входу, который мне нужен, да? Чего? Чего? В смысле? Не понял. А, это вход в никуда, что ли? Да ладно. Типа здесь поставили зачем-то две комнаты, а... Чего? А это что такое? Че это? Подожди. Сука. Ладно, окей. Подожди. А что это такое? А я могу туда залезть? Ну-ка. Подожди. Ну, блин. Че это? Ну-ка.
Это портал, что ли? Походу, это портал. Ладно, окей, подожди, а почему? Секунду, а почему здесь две комнаты, которые не ведут никуда? Охранник стоит. А тут что? А здесь что? Здравствуй. Что стоишь? Со мной пойдешь, нет? It is a freaking zoo up ahead, Doc. Я понимаю, а ты пойдешь, нет, со мной? Ты идешь со мной, нет? All right. I'm ready. Вот иди. Давай, пойдем. Лишняя пушка не помешает, пойдем. Ну давай, блин, отойди. Все, идем. То что пока не понимаю, куда я вообще, в принципе, иду. Правильно ли я иду? Ну как? Я ж Гордон Фриман. Блин, жжется. Ясно. Не спас. Одного я не спас. Печаль. Да вижу я, не пиликай. Я вижу вон портал какой-то, или что это такое вообще. Как будто бы это портал. Как до него, правда, добраться непонятно. Ну ладно, окей. А, да, тут вот так, серьезно. Ладно, окей, но это портал. То ли это портал, то ли что это такое. Ну-ка, секунду. Это портал, смотри. Нет? А что это? Ну-ка. А что это? Желтая штука, которая ничего не делает, непонятно. Ладно, окей. Идем дальше. Бесполезная желтая штука, которая ничего не делает, но зачем-то она здесь была поставлена. Серьезно, а что это такое? Это портал? Может, это портал? Секунду, подожди. Может, это портал? Надо в него заходить как-то с другой стороны? Ну-ка, секунду. Там же ведь есть дверь? Есть. Ну-ка. Да. То есть какие-то порталы являются выходами, а какие-то входами. Все, окей, понял. Все, я вас понял. Я вас понял. Так, окей, внизу, короче, под этой лестницей находится портал. Как-то тут добраться я не втупляю. Может быть, здесь есть какой-то секретный проход. Но он есть, но мне туда не попасть. Надо попадать откуда-то сверху, или типа того. Куча, короче, коридоров, и никуда, и все, и некоторые из них ведут в никуда. Собственно, зачем сюда эти уровни поставили, совершенно непонятно. Если некоторые здесь из них не ведут вообще никуда. То есть, получается, что, верно шел, что ли, в том направлении? Да ладно. А здесь что? А, здесь я этого встретил, охранника. И он был тут же убит быстро. Так, кто-то появляется откуда? Ой, блин. Это я зря сейчас сделал, конечно. Стоило. Подожди, а у меня что-нибудь еще есть помимо этого? Говорят, можно получить достижение, если я буду использовать эту шнягу. Вот эту шнягу, если я буду использовать, я получу достижение. Плюс еще можно вот этой штукой, когда вот Фриман только-только надевал ее на руку, можно было этой штукой напугать охранников. До усрачки они будут говорить реплики, которых вроде как нет в игре. А это что за хрень? Тут столько порталов, ну-ка, это куда ведет? Ясно, понятно! Я понял. Только еще бы знать куда. Да, подожди. Да. Да, я не понимаю. Я походу оказался в ловушке. Твою мать. Зи. А вот, вижу. Отлично. Так, секунду. Так, продолжаем. Так, все, идем наверх. Ага, короче, ясно, это выход. Так, подожди. Стоим, ба. Ну-ка. Хорош. Так, окей. Так, все отлично. Так, а тут что за лифт? Ну-ка. Я сейчас хочу узнать, куда ведет этот лифт. Так, лифт ведет сюда. 247. Это код? Наверное. 247. Окей, запомним. Подожди. Нет, не ведет. Ладно, окей. Так, еще одна какая-то хня. Которая опять никуда не ведет. А зачем? А что значит 247? Непонятно. Сейчас узнаем. Например, здесь. Вот, спасибо.
Так. Окей, отлично. Так. Отлично, отлично. Ладно, окей, 247. Непонятно, зачем это нужно было, ну да ладно. Лестница. Я мог воспользоваться лестницей. Ладно, окей. Так, хорошо. А здесь получается больше некуда идти. Тогда получается нам нужно идти в какой-то из... Блин, опять я тут. Типа что, два этих они ведут в одно место, что ли? Или я в одно и то же место зашел? Походу я в одно и то же место зашел. Да, походу да. То есть нужно было в какой-то другой портал заходить. Например, вот в этот. Нет? А куда? Я должен был прыгнуть, что ли? Да ну. Серьезно, я должен был прыгнуть? Как? Он же не допрыгнет сюда. Да ну, он не допрыгнет. Только если... А, надо угадать момент, смотри. О. Да, надо было угадать момент, все, я понял. И сейчас нужно где-то, короче, прыгнуть. Смотри. Опля. Круш. Вот здесь портал. О. Во, мы оказались там, где надо, отлично. Все, мы оказались там, где нам надо. Не, давайте надо продол... Или не надо? Короче. Ты меня заколебал. И чё? И мы вернулись обратно. А смысл тогда какой был в этом путешествии? Интересно узнать. Может, надо куда-то еще попасть? Maybe. Ну-ка. Это я уже в другом месте оказался. Офигенно. Ой, а что за просадка FPS сейчас была? Ты давай успокойся, игра, ты чё? С ума не сходи. Один портал, он будет меня перемещать в абсолютно рандомные места. А что такое? А что здесь просадка FPS такая странная, пипец. Ну да, короче, видимо, один портал, он будет перемещать меня абсолютно разные места. Еще. О, ух ты. Опля. Еще. Ага. Ясно. Блин, не успел. Короче, а вот, смотри, 247. Все, понял. Я понял. Все, я понял. Я понял эту штуку. Смотри, короче. А что такое? А, ладно, окей. Я понял эту штуку. Смотри. Два. Теперь ищем. Меня убило что-то сверху. Окей, хорошо. Меня убило что-то сверху, пока я катался на этих самых электросамокатах, хочу сказать. Пока я на этих вагонетках катался, меня что-то сверху убило. Окей. То есть надо беречь голову в какой-то момент. Надо будет беречь голову. Ладно, окей. Но суть мы поняли. Смотри. Ну, в принципе, вообще можно на самом деле так-то по всем локациям пройтись и посмотреть, что где как. Давайте. Так, собственно, и сделаем. Давайте сейчас мы по всем локациям пройдемся, узнаем, где что и как. Так, вот здесь пошел нахер. Все, окей. Так, теперь давай следующую локацию посмотрим. Я хочу всех осмотреть. То есть, пока мы к двойке не пойдем, мы пока посмотрим все локации. Что нам, так сказать, покажут. Что нам, так сказать, расскажут эти локации. Довольно интересно, на самом деле, пошастать по некоторым локациям. Чего бы нет. Такс. Посмотрим все локации, узнаем, где чё как. Нормально все. Теперь следующую давай. Второй этаж идем. Смотрим там локации. То есть там, конечно, нам позволят. Самое главное, голову беречь. Бери голову. 4 5. Давай, например, с шестерки начнем. А, ясно. Так, шестерка это нам не сюда. Понял, давай. Так, шестерка нам не сюда. Что нам покажет пятерка? Давай сейчас ищем пятерку. Нет, четверка нам пока не надо. Нам нужна пятюня. О, здрасте. А вы кто? Вы тот самый из лаборатории аномальных материалов, не так ли? Я вас узнала. Черт, я думал, ты разносчик пиццы. Ну, могу быть и таким.
Гордон Фриман, он как бы всемогущ. Поэтому я могу быть кем угодно. Здесь есть лестница? Я мог до них добраться на лестнице? Каким образом? Ну-ка, секунду, куда это вообще проход ведет, мне интересно узнать. Опять никуда. Ух ты. Ух ты. А я здесь был, кстати, самое интересное. Я здесь был. Я здесь был. Я еще такой решил проверить, а куда этот проход ведет. Оказывается, он ведет к ученым. Ага, окей, хорошо, давай посмотрим, что вот тогда вот тут. Так, окей. А, ну все. Ну все, окей. Блин, я не успею, ладно. Да, следующее. И пошли. Стоп. Так, теперь двойка. Двойка. Теперь ищем четверку. Класс! Сука. Но я почему-то при этом не пострадал особо, потому что у меня... А все еще хпшка нормальная. Не на тот вагон сел. Я сел не на тот вагон. Секунду. Так. Бережем голову. Окей. Четверка. Бери! Бус! Серьезно? Мне теперь придется все эти локации опять перепробежать? Ну, блин. Ладно, окей. Будем тогда в следующий раз сохраняться после вот этих вот всех этих прогулок. Окей. Допустим. Короче, игра сохраняется там, где ей удобно сохраняться. Это хреново на самом деле сделано. Потому что, ну, я серьезно хочу все эти локации посетить. Но с другой стороны, их можно не посещать, а просто их всех проигнорировать. Но, блин, такие годные шутки я упускаю после такого. Да, блин! Это сложно! Здесь тайминги такие прям вообще капец. Это самые опасные тайминги. Это надо прям, прям конкретный подходящий момент искать надо. Вот где здесь? Попал. 7, а 8 есть? 8 есть, давай посмотрим. О, здрасте. Здрасте нахрен. Здрасте нахрен. Окей. Ладно, вернулись. Ну давай еще раз пройдемся по этим локациям. Мне не жалко. Давайте. Ой, не туда. Нет, тут вагон сел. Давайте еще раз пройдемся по локациям. Пройдемся еще раз. Только в этот раз... Мы в некоторых местах будем предварительно сохраняться. Там, где нам кажется, что там слишком опасно. Так, а сверху там... Нет, там уже не надо ничего брать. Ладно, окей. Так, все, сейчас у нас еще осталась какая локация? Одна. Осталась локация под номером один. Потому что тройку мы уже прошли, а единицу еще пока не прошли. Давай. Единица. Отлично. Давай. Пожалуйста. Отлично, все, идем. Пройдемся по всем локациям, познакомимся со всеми персонажами, может быть даже секретик найдем. Хотя маловероятно, тем не менее. Отлично. Так, теперь давай двойка. Двоечка, блин, не успел. Окей, давай еще раз. Спокойно. Да, блин, во. Успеваю. Отлично. Так. Шестерка. Вот на шестерке я не был. Да. А, ну шестерка же это обманная локация. Я падаю. Да. Я забыл. Шестерка, теперь осталась какая еще? Я помню, четверка. Да ёперный театр, блин! Я нажимал же на пробел, почему он у меня не срабатывает прыжок? Я прыжок не срабатывает, я не понимаю почему. Подожди. Так, давайте сейчас сохранимся предварительно, чтобы потом не было проблем. Все, идем. Как F5. У нас это будет как F5. Да ёперный театр. Это вот... Ясно. Не, ну серьезно, это как понимать? Просто, это как понимать?
вижу. Так, шестерки мы были. А на какой мы не были еще? На пятерке не были. На пятерке там сидят ученые. Говори. Все, теперь ты. Все, молодцы. Давай. Лечись. Все, там нам делать нечего. Все, идем дальше. Бегом. Все, здесь опять сохраняемся. Сохранение сделаем. Все, теперь сейчас нам надо остальные локации прочесать. Спокойно. Так, бережем руку. Найс. Четверка. Тайминги! Совсем забываю про такую вещь, как тайминги. Надо смотреть вверх, чтобы понимать тайминги. А я их зачастую не понимаю. Ни хрена. Давай. Где? Блин, проехал. Еще. Есть. Все, ищем. Семерку рано. Давайте посмотрим другие локации. Восьмерка. Поехали. А че у меня проседает FPS? Где он? Я его убил? Ладно, окей. Я его убил. Ранним образом каким-то я его убивал. Странно. Странно. Ой, здесь... Ой, понятно. Там тоже тайминги. Везде тайминги, везде. А ведь как? Я как-то попадал в эти тайминги. Вот здесь вот я как-то попадал. Офигеть. Офигенные тайминги. Не попал, попал. Так, семерка. На шестерке не были, по-моему. На шестерке, по-моему, не были. Бережем голову. Как? Я не ударялся сейчас ни об какую трубу. Как я умер, присевшись на, блин, платформу? Я офигею, короче. Я прыгаю на платформу, и я умираю. Как? Это как вы мне объясните произошло? Я прыгнул на платформу, я умер. Как? Я офигею, короче. На шесть... Так, секунду, тайминги. Профукал! Сраный тайминг, твою мать. Шишек, твою мать. На. Просто на тайминг. Ну, хоть я жив. Серьезно, я кажется, знаю, как можно назвать эту серию. Просранные тайминги. Потому что в большинстве случаев из-за моей любопытности я просираю тайминги. Я опять забываю, где здесь этот, где здесь тайминг. А где вообще тут? Вот он. Ой, блин, FPS, твою мать. Прекрати. Поехали. Прекрати! Ты что делаешь, игра? На шестерке мы не были. На восьмерке мы были. На девятке мы не были. Господи. Мы не были на девятке, подожди. Так, стоп. Предварительное сохранение. Ясно. Здесь два лишних прохода. Как я умираю? Объясните мне, как я здесь умираю? Все. Теперь следующая платформа. Пошли, давай. Ага, есть. Ой-ой, тихо. Ага. А куда? А куда? Вижу. Блин. Ага. Ждем. Ага. Есть. Или мы вернулись обратно? И что это нам дает? Это типа нужно вот это вот все открыть? Допустим. Ну да, надо все открыть. Окей, давай. Опля, опля. Открывай. Все, окей, хорошо.
Это сейчас что, будет крутиться в два раза быстрее? В три раза? А нам куда сейчас? 0,2. 0,2 мы уже все. Есть еще здесь 0,3, да, я так понял? Да, здесь 0,3. Давай. Давай. А, нет, это было. А какой не был? Подожди, а какие не были? А какие не были? Здесь? Тут? А тут? Тут был. Так, а тут? Тут не был. Блин, где я был? Я запутался, где я... А, подожди, открылся. Господи. Открылся же. Чё? А, нет, я думал, я вернулся обратно. Господи. Я думал, я вернулся обратно. Нифига. Пол серии я просто пропрыгал в поисках этих сраных таймингов. Но оно того стоило. Я поизучал хотя бы все эти штуки. Блин, этот лифт, он долго едет, короче, нафиг. Я лучше быстрее на лестнице доберусь, чем этот лифт дождусь. Он вообще едет, нет? Он едет. Серьезно. Я его никогда не дождусь, этого лифта. Нафиг надо. Давай. Мы уже почти скоро придем к тому, к чему мы хотели прийти. Опа. Вот это я сейчас конкретно, блин, спрятался, слушай. А, Гордон Фриман. Вы наконец-то нашли нас. Так, значит, это тот самый парень. Не думал, что ты справишься. А, ерунда, Хантер. Ничего не стоит на пути нашего странствующего рыцаря на всящих ударопрочных доспехах. Не всегда. Похоже на то. Хорошо. Сюда, доктор Фриман. Мы вас ждали. Я заметил. Я заметил, что вы меня ждали. Ты чё, испугался? Ну да. Ну как испугался? Я решил применить свою тактику самосохранения. Куда, собственно, мне надо идти? А, еще более прочный костюм, что ли? Ну, окей. Эти показания дали нам основание полагать, что там существует огромный портал, созданный и поддерживаемый усилиями одного единственного могущественного существа. Я уверен, вы поймете, о чем я, когда увидите. Не хочется вам этого говорить, но, Гордон, но вы должны убить его. Да уж, тебе лучше убить эту тварь. Да я знаю. Без всяких «но», если и прочей херни. Ничем не обязаны. Но вы зашли так далеко. Вы знаете об этих существах больше, чем кто-либо другой. Только знаешь, что если ты его не уничтожишь, скажем так, возвращаться тебе уже будет некуда. Да, если вы потом... Мой коллега ждет вас около главного пульта управления порталом. Доктор Штайнман откроет вам шлюз. И не позволяйте резкому характеру Хантера вас напугать. Мы немного на взводе после всего этого случившегося. Он снабдит вас необходимым оружием для предстоящей миссии. Поторопитесь. Спасибо. Давай, открывай. Доктор Фриман, я так рада, что вы добрались. Да. Чё, открывай. У меня есть кое-какое для вас снаряжение. Это реактивный модуль. Джетпак. Я создала его специально для передвижения в мире по ту сторону портала. Ну, это мир Зен, я как раз вот собираюсь туда сегодня. Дай сюда. Все, я его взял. Обнаружен реактивный модуль ожидания. Костюм реактивный модуль единого потребления. Контроль до уровня топлива. Надеюсь, вы... Потому что как только вы попадете в Зен, он вам понадобится. Да, я знаю. Значит, все-таки решили попробовать? А ты смелее, чем кажешься. Ну, доктор Фриман, он такой. Давай. Я соберу все, что нам нужно, и все. Там, по-моему, новое оружие было. Или мне показалось? Нет, стрелы. Стрелы моего любимого арбалета берем. Все, вижу. Молодец. Давай, открывай. Давай, открывай и... Встретим, так сказать, наш исторический момент, который называется Мерксер. Процедура дезинфекции. А чё бы нет?
Мирксельямта. Ну что, Миркса, встречай меня, скоро ты встретишься с новым истинным создателем. И встречишься с истинной погибелью, так сказать. Эй, Фриман, я здесь, я вижу. Пора практикуйся на прыжках, если необходимо, но пора торопись. Практикуюсь, но в большинстве случаев это работает не очень. Заряжается быстро, но, блин, толку от этого никакого. Ну, только вот как делать, и все. Чего? Что такое лестница длинная? Ну, окей. Но мне это в большинстве случаев не надо. Хорошо, теперь я могу приступить к открытию портала. Процесс довольно сложный, и как только он начнется, мне нельзя прерываться, иначе придется начинать все заново. Заходить в портал можно только по моему сигналу, ясно? Начинаем. А почему я в лестницу не могу зайти? Ничего. Сейчас начнут, кстати, монстры походить постепенно. Поэтому я готов. Можем F5 нажать. Ой, F5 работает. Все. Скоро ваш создатель и ваша погибель прибудет к вам. Создатель имеется в виду, что я оживить как-то. Начал весь инцидент с этими монстрами. Опа, какие мозгоправы, ни хрена себе. Так, на них вот эта вот хрень работает наполовину, поэтому лучше работать вот этой фишкой. Они еще и метать умеют, ни хрена себе. Мыслители, твою мать. Где они? Они еще и жарить умеют, ни хрена себе! Слышь! Они зажаривать умеют, нифига. Вы нифига себе охрененные вообще! Поморзевшие, блин, твари! Где отсюда? Где? Сука, ладно, окей. Будем стрелять из этого. Будем подарочки раздавать на Новый год. На прошлогодний Новый год. Ладно, окей. Ошибка. Блин, попадаю, но хреново. А, все, давай. Я что, им в голову попадаю, что ли? Я как будто мы им в голову попадаю. Это хорошо, на самом деле. Если я им в голову попадаю, это прям вообще хорошо. Прям вообще отлично, даже сказал. Внизу, короче, под лестницей есть хрень, которая мне нужна. Да. Почти готово, верю. Верю. О, я тихо. Портал открыт, ты должен идти, сейчас! Шелдима! Ну что ж, встречай меня, Мирксен, я лечу к тебе! На всех парах. А вот, собственно, и то самое главное зло, которое нужно будет в конце убить. Еще один. Моя кирка. Welcome to the world of Xen. Добро пожаловать, ребят, в мир Xen. Вот он. Наконец-то теперь Black Mesa Definitive Edition стала одной единой целой вместе с миром Xen. Честно сказать, ребят, после того, как я запрыгнул в портал, дальше я не проходил, собственно, ну как бы вам объяснить. По сути, Black Mesa, как мы с вами прекрасно знаем, это ремейк Half-Life. То есть я... Когда играю в Black Mesa, я, получается, одновременно прохожу и Half-Life. Да, есть некоторые геймплейные изменения. Да, есть некоторые персонажные изменения, типа фразы, там всякое такое. Но в то же время создается реальное ощущение, что ты проходишь одновременно и тот самый Half-Life. То есть, получается, когда я играл в ту Black Mesa, я прошел только половину Half-Life.
И после этого я ни разу не проходил мир Зен. Ну или Кзен, или Ксен, не знаю как правильно. В общем и в целом, я впервые нахожусь в мире Зен. Это по сути мой первый визит. Я ни разу в мире Зен не был, ни разу. И сегодня, 21 февраля 2021 года, для меня является историческим моментом, когда я впервые попал в мир Зен. Вот-вот-вот. Не особо волшебный, но мир, в котором, кстати, почему-то, по какому-то странному стечению обстоятельств, главный герой умеет дышать. Это же, по сути, космос. Космос. И главный герой умеет дышать. И при этом, кстати, если играть в мир Зен отдельно от... Ну, в общем, если в эту игру играть отдельно, то все снаряжение, оно пропадет. А если вот играть одновременно вместе с Black Mesa, то все снаряжение будет при мне. В общем, и в целом, ребята, оставшаяся часть игры будет посвящена именно этому миру. И это прекрасно. Ух ты! Опа, здрасте, приехали. Иди-ка нахер. Иди-ка нахер. Обалденно. Это волшебно, правда. Но, сразу говорю, после этого мы людей здесь больше не увидим. Никаких. Ни спецназ, ни обычных ученых. Все. То есть, получается, тот ученый, который нам открывал портал, он был последним ученым, по сути, в этой игре. Все. После этого будут встречаться только лишь одни монстры. И все, и больше ничего. А почему я не попал? Всюльки, ну куда же без них? Вон уже вижу двоих. Ну и все. Возьми тогда револьвер. Ну или этот. Еще лучше. Он был мне нужен. Или не нужен. Наверное, не нужен. Или нужен. Ты умрешь, нет? Все, он умер. Может быть, кстати, я, наверное, зазря сейчас это все сделал. Но я думаю, что нет. Я думаю, я это все зазря не сделал. Короче говоря, что мы имеем? Мы имеем джетпак, который умеет только летать вперед. То есть он не может летать прямо вверх. Он может летать только прямо вперед. И все. И больше никак. Что хреново. Там какие-то святые источники вон я вижу. Отлично. Офигенно красиво. В то же время, не знаю, какая здесь фауна, это офигенно пугающе, плюсом добавляется сюда. И здесь какого-то черта есть ноутбуки, которых я могу выбросить. Они здесь особо не нужны, да, они не работают, к тому же, еще говоря. Опа, здравствуй! Какой неожиданный гость. Смотри-ка, что. Ну-ка, брось. Долетит? Долетит, нифига. Хорошенько я так запустил, слушай. Еще говорят, в игре есть кое-какая шляпа, которую, если я найду, то можно будет, короче говоря, активировать концовку, в которой есть G-Man с шляпой. Я сейчас из-за вас так поранюсь. Если я буду стрелять чисто под себя каждый раз. Этими подствольными гранатометами, имею в виду. Здесь фонарик особо, конечно, не нужен, потому что раз здесь столько всего, столько света, столько вот этого всего дела, то зачем фонарик? Фонарик здесь ни к чему абсолютно. Outfire можно взять. Но он опять же, зачем нужен? Я когда видел, кстати, первый геймплей вот этой миссии, я офигевал от графики, то, что насколько, блин, хорошо сделан ремейк.
Я даже поначалу думал, что они запустятся ли у меня потом после такого. Запустилось. Я этому рад. А куда нам вообще надо, кстати говоря? Ясно. Я уже, по-моему, слышу их. Ну, в общем-то, нам надо отсюда и прыгать будет, придется. Что здесь другого выхода больше и нет. Только теперь надо что сейчас сделать? Надо сейчас вот это все притянуть, а затем сделать ровно то же самое. Нет? Серьезно? Это не так работает. Окей, ладно, допустим. Ну ладно, окей, я думал, надо будет тянуть обратно, но нет, оказывается. Ничего тянуть не надо. Да я понял. Сейчас бы еще главное долететь до туда. Ой, долетел, ладно, окей. И не перелететь, самое главное. Самое главное не перелетать еще. Моментах. Так, а чё? Портал. Так, а это, так понимаю, эти, как их зовут, батарейки от них. От портала, имею в виду. Чё это такое? Ясно. Ясно, оно в меня стреляет. Окей, я понял. Так, а можно его револьвером это все отхреначить? Два патрона надо. А это что такое? Я могу этим заряжать костюм, нифига. Прикол. Я могу с помощью этих кристаллов заряжать свой собственный костюм. Это хорошо. Опа. Что вы нахер? Собачонки. Они, кстати, из порталов вылезали, я вот обратил внимание. Они вылезают из порталов. Загрузочный экран в этой игре, он появляется в самых... Хочешь пройти дальше по уровню? Соизволь произвести загрузочный экран. Хочешь дальше по... Ты кто? Я хотел сказать, хочешь вернуться обратно на предыдущий уровень? Соизволь произвести загрузочный экран. Хочешь дальше по уровню пройтись? Соизвольте! Как будто бы нам хотят недвусмысленно намекнуть, что это типа ролевая игра, но это нифига не ролевая игра. Это игра, в которой есть прямой сюжет. Ух ты, рыбешки какие. Так, сейчас самое главное не напороться на вот этих вот языкастых. Даже слишком языкастых. Если я сейчас на одного напорюсь, это все, это звездец будет полный. А я могу то ударить? Нет, не могу, ладно, окей. Не перелетай! Вон, вижу рыбу. Ну-ка, я его смогу убить отсюда. Смотри. Сдохни, тварь. Да, могу ее убить отсюда, хорош. А там что? Да ладно, я долетел. Ага. Базила! Ешь, жри! Молодец. Весело. А че это? Ну, капсул, ой. А, ну это стрелы. А, у меня стрелы есть, ой, похож. Да, хорош, у меня есть стрелы, окей. Все, поплыли. Полетели, опа. Не перелетай только. Не перелетай. Молодец. Бункера, ёб твою мать. Опа, батарейка нужна. А где она? А где батарейка? А я могу это управлять? Нет, не могу. Короче, две закрыты, а нам нужна батарейка. Окей, сейчас напью. Сейчас найдем. Где она может быть? Может быть, она в самом начале находилась? Бля, я так и знал. Я так и знал, что я рано или поздно упаду в эту бездну. В эту пучину рано или поздно я... Ага, рыба. Блин. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, скотина. Сдохни, тварь. Сдохни, тварь. Ах ты, ты ч... Ты сдох? Все, сдох. Окей. Все, он сдох. Так, подожди. Батарейка была где-то в самом начале, я так понял, да? Да, блин! Худо, да.
Походу, да, где-то вот здесь находилась батарейка, я ее не нашел. Либо она находилась там, где я был на том острове, поднял под... Я так и знал. Я так и знал, что эта тварь меня подставит в любом случае, блин. Ведь один раз я прошел, все нормально, но забыл батарейку. Естественно, блин. Ну, давай еще раз. Ай. Так, где может быть батарейка? Как вообще эта батарейка, в принципе, выглядит? Неужели вот... Да нет, там та не была похожа на батарейку, это была не батарейка. А прикиньте, сейчас оказывается, что я зазря... А, нет, подожди, вот там что-то есть. Или показалось. Блин, если это... Если мне это показалось, это будет фигово. Если вдруг окажется, что мне там просто показалось. А ты почему не можешь забраться наверх? Блин, он не может забраться наверх, нормально. Ну, понятно. Но там не батарейка. Там не была батарейка. Это не было похоже на батарею. Ну, блин, если сейчас окажется, что рядом с нами находилась эта батарея, это будет вообще полный пипец. Блин. Это будет полный звездец, если окажется, что она была все это время рядом с нами. Она была рядом с нами. Я зазря только убил одну рыбу. Ну... Please wipe your feet, твою мать. Я зазря только вернулся обратно, зашибись. Вот серьезно, нахрена я возвращался обратно, если все находилось, блин, рядом со мной? Здрасте. Еще один. Я в сухую убил самого же себя, а чего бы нет? Я имею в виду самого себя, будучи хэд-кабом. Где? Пошел нахер. Пойдем, ладно, дальше. С этой пушкой. Отлично. Так. Так. Залази. Молодец. Отлично. Осталось еще два заряда. Потратим на кого-нибудь. Ну все, окей. Рано или поздно это должно было случиться. Так, окей, ладно. Отлично. А что это такое? Здоровье? Нет. Оно питает энергию, нифига. Окей, хорошо, оно питает энергию. Так, а здесь мне надо сейчас подсоединить. Вот так. Отлично. Подожди. Да, я посмотрю, что еще можно найти интересненького. Ну, здесь ничего интересного нету. Окей, идем дальше. Идем. Отлично. Ага. Хрен тебе. Так, вижу. Потихонечку у меня все патроны сходят на нет. Остается только вот этот бесконечный. Ну и дробовик. Который почему-то стал в разы мощнее. Хотя, возможно, это все связано с тем, что я нахожусь довольно близко к этому. Близко в плане расстояния. Да блин! Слезь! Все, спасибо. Ой, опять эти узкие проходы, блин, твою мать. А, вот, ну ладно. Вернулись обратно? Да нет. Я подсоединил? Думаю, да. Кого-то зазвонил телефон, я слышу. А здесь, короче, не хватает источника энергии. Вот он. Вставляй. Найс. Кто? Это ж не телефон. Звонит так, как будто это телефон. И что это нам дает?
подсоединили и... А. Ну да. Ну да, окей. А ты чё? Ой. Допустим. Мы восстановили электричество. Это радует. Да заходи. Сейчас должен появиться вон он. Давай. Хрена с двумя патронами. Получилось не очень. Ой. Все, свет опять отрубили. Зашибись. Так, а что здесь? Отсоединить надо? Да. Все окей. Не это. Не болей. Домик, не болей. Спокойно. А то он что-то подозрительно начал визжать. Чего? Господи. Я думал, ты никуда не пойдешь. Пошел, молодец. А ведь есть в игре, кстати, некоторые места, где нужно, короче, прям вообще вот прям все прошастать надо, чтобы понимать, куда идти. Ясно. Я так, собственно, и думал. По крайней мере, у меня были такие ощущения. Нехорошее. Оно взрывается. Больно. Причем взрывается. Ну-ка, я могу туда плыть. Да, нет, нет. Я думал, что я могу. Ну ладно. Так, вставляй как электричество. Все, пускай горит. Пускай горит. Ну, пока идем дальше. Давай. Отлично, теперь сюда. Молодцом. Ну, естественно, здесь нужен где-то еще один источник питания, источник энергии. Поэтому идем в другую сторону. Или нет? Чего? Мистер Бернс? Соник за бульдог. Спидсквид. Ай, господи, ну и название, твою мать. А что здесь не хватает? Подожди. Понял. А где? А где я найду? Он сверху, господи, я понял. Так, ладно, окей, давай идем, идем, идем. Забирай. Уф, какой. Противно выглядит, но тем не менее. Она того стоит. Стоит моих усилий, давай. Хорош. Главное не перелетать с помощью этого джетпака, потому что иначе все может произойти очень не очень. Идем. Ага, понял. Окей, на эти штуки мы не натыкаемся. Все, понял, спасибо. Но они умеют тщательно скрываться, заметил. Их можно убить? Можно. Меня это радует. Блин, звуки космоса, офигеть. Space Wave, твою мать. Серьезно. Музыка. Музыка этого уровня, она шикарная. Мне нравится местная музыка. Вот эти, главное, летают и под такую музыку. Офигенно, я словно. Это, короче, выглядит так, словно я на какой-то Пандоре. Я потому что вот Аватар несколько раз смотрел и пересматривал. Я сейчас чувствую так, как будто я на Пандоре. Как будто я в фильме Аватар. Все это выглядит красиво. Все это выглядит прям вообще вот... Прям вот глаз радуется, да и только. Офигенно это выглядит. Прям глаз не может не нарадоваться на такой природе. Но ты четко понимаешь, что за этой природой стоит. А за этой природой стоит нечто ужасное. Нечто некрасивое, нечто мерзкое. А, кстати, если я вот эти вот слизняков убивать, они не дадут достижения типа того. Могут, в принципе, дать достижения, могут, в принципе, не дать. Я более чем уверен. Могут мне достижения не дать в большинстве случаев. Хотя, кто знает. Так, опять эти мрази появились, болотные. Вот эти рыбешки сраные. Можно, в принципе, сейчас, вот, кстати, смотрите.
Можем сейчас, в принципе, переплыть. Ага. Успел. Можем сейчас, в принципе, вот это все дело переплыть. И пока на этом сегодня закончить. Собственно, так мы сейчас и сделаем. Мы переплывем. Посмотрим, что да как, и все. Я видел. Игра дает возможность исследовать эту кухню. И знаете, что-то еще мне напоминает? Half-Life. О, не Half-Life. Господи, что я сказал? Не Half-Life. Я хотел сказать, что это еще напоминает Halo. Вот. Halo. Это еще напоминает, когда вот там тоже были подобные такие планеты с такой вот фауной, с такими тропиками. Блин, а зачем здесь ставят вот эти ловушки, если они особо не алё? Странно. В смысле, мой костюм настолько прям бронированный? Нифига себе. Блин, очень прикольно сделаны эти кристаллы, с помощью которых я могу восстанавливать свою энергию. А здесь что? Опять в никуда. Опять, походу, в никуда. Куда нам надо тогда, получается? Наверх? О, рано или поздно это должно было случиться. Хотя можно, в принципе, убежать. А, через эти? Через деревья? Нет. А куда? В какие субтропики мне надо идти, чтобы дальше проходить? Мне надо как-то эти листья активировать, получается, да, что ли? Походу, да. Раз здесь эти листья поставлены вот так, значит, получается, я должен их как-то разбудить, эти листья. Каким образом, непонятно. Но там была какая-то фигня, которая вот, или это не то. Если я сюда захожу, значит, есть за что. А, во. Я и не нашел главный проход. Во. Все, отлично, я листья активировал. Хорош. Опа. Офигенно. Иди отсюда. Плыви-ка вон к этой ребешке. У тебя там самое место. У тебя там как раз уготовано особое место, я тебя уверяю. Господи, столько кроличьих мор. Больно много их, вам кажется? Вам не кажется, что их больно много? Мне вот кажется. Ладно, давайте пока на вот этом листочке мы сегодня с вами и закончим. В следующей серии будем дальше покорять полностью всю планету Зен. На этом все.